Лето в Алтайском крае начнется с дождей и жары, выяснили журналисты Политсибру. До 34 по краю обещают синоптики в ближайшие 3 дня. Завтра осадки не прогнозируются ни ночью, ни днем и распогодятся местами выше 30. А вот 3 июня в регион вновь вернутся дожди и прохладнее до 23. Ранее синоптики сообщали, что настоящее лето придет в край с 20 июня. 40 тонн поддельного алкоголя изъяли у преступной группы в Ленинском районе Барнаула, сообщает АИФ «Алтай». Обвиняемые арендовали в районе несколько гаражных боксов и производили контрафакт на продажу. Разбавляли этиловый спирт водой и разливали его по бутылкам, на которых стояли заводские этикетки и знаки. Ночные клубы и мелкие торговые точки являлись потенциальными покупателями продукции. Задержали группы во время разгрузки очередной партии. Барнаульских таксистов-нелегалов ждут трудные времена, обещает «Комсомольская правда» на Алтае. Сегодня в Барнауле стартует профилактическая операция «Нелегальный перевозчик». Его проводит ГИБДД совместно с сотрудниками технадзора для того, чтобы проконтролировать соблюдение правил перевозки пассажиров в такси. Как регламентировать деятельность нелегалов, обсуждалось в крайний раз, но от идеи установить в автомобилях таксометры пока отказались. Евгения Доровская, наши новости.